Ребята, всем привет. Я собираюсь на работу. Так, что мы берем? Носки на неделю. Сумка. Штаны. Еще одни штаны. Еще одни штаны. Наволочку. Пару футболок с собой беру. Ну, футболки. В одной я одет. Ну и на каждый день я беру себе, чтобы все равно потеешь менять. Все, поехали. Ура, я на работу еду. Ура. Наконец-то, ребята. Это свершилось. Поздравьте меня, пожалуйста. Я очень рад. Я просидел дома кучу времени. Машинка уже нагрелась, да? Уже 90. Сейчас Вована зацепим. Вован тут должен уже подлететь где-то. И все. И прям. Ребята, все, кто возникал по поводу этого вопроса, по поводу этого инструмента, я когда выложил, что я купил этот набор, очень-очень много было негатива, то, что типа вот, талян продался, реклама, там все дела. Ребят, я же наборы не с воздуха рожаю, мне их дарить никто не дарит. Когда я дарю подписчикам, я езжу на машине, раздаю просто так наборы на всякие праздники, там на Новый год, на День водителя. Я кучу наборов раздаю. Где вы думаете, я их беру? Пизжу, что ли, в магазине? Я их покупаю за свои деньги. Вот. Я просто увидел, что много кто-то делал обзоры на эти инструменты. Мне захотелось его купить. Я его купил не себе, а подписчикам. И я хотел его подарить, разыграть. Вот. У меня все конкурсы бесплатные. Не нужно нигде ни подписываться, ни лайки ставить. Ничего не нужно. Я никого ничего не заставляю делать. Я всегда все просто так дарю. Просто так беру и дарю. Вот Вован приехал. Здравствуйте. С людьми. Здрасте. Короче, Вован дождался и едем на работу. Так что, ребята, по поводу набора я вам рассказал, что я его не себе брал, а хотел подарить. Знаете, из-за такого негатива у меня теперь пропадает желание кому-либо что-то покупать и дарить. Потому что вот купишь, я просто таким макаром выпросил небольшую скидочку для себя, не для вас. Скидочку, чтобы мне чуть подешевле обошлось и чтобы мне можно было потом взять и подарить, разыграть. Вот, а начинает засирать. Знаете, почему я не разыгрываю и не дарю абы кому в Ютубе? А почему я встречаю нормально, ну, говорю, да, меня кто встретит из коллег, вот кто меня встретит там, да, за рулем, я его отдам. А потому что, чтобы какой-то хуйдрын, который писал плохой комментарий, что там, типа, вот я продался по поводу какого-то там набора, блядь, из-за набора продался, ну, такую хуйню написать. Просто я не хочу, чтобы он, именно он его, этот набор и получил, потому Потому что, как я узнаю, вот он меня там хуями кроет, плохие мне комментарии пишет, а тут чисто случайно возьму, я ему и набор подарю, нет. Поэтому я так и не делаю, поэтому я их там и не дарю абы кому. Вот, а раздаю чисто водителям, коллегам, кто меня видит, встречает, такие дела. Вот. Покупалось это не для себя, а для вас, поэтому рты свои. О, Бенц мой чистенький. Вована. Почти чистенький. КамАЗ. КамАЗ от Юрика, что ли, КамАЗ стоит? Да. Вот. Да, Фёд. Все, ребята, мы на работе. Ну, пойдем проверять машину. Что случилось за время нашего отсутствия. Юрец помыл машину. Молодец. Тоже новое крыло где-то рванул. Что, ребятки, поемся трудиться?
Будь здоров, Андрей Сергеевич, спасибо. Вот они, пидорасы. Сорут, блядь. Здорово, подписчики. Смотрите на Толян, смотрите, как он сходнул, бля. Вообще лица нет, вы говорите, где Славян, где Славян? Славян работает, но... Славян трудится. Тихаря. Тихушку. Сегодня он сейчас на юрца тачки полетел. Прав нет, документов нет. Полетел в коллегу в машине забирать документы. А где они? У Олега машины нет. Ага. Славянчик работает. Ну, вроде так-то все на месте. Ничего не скрутили. Колеса все на месте. Колеса вроде бы целые. Ну что, заводим. Грязно. Юрик тут у нас ездит с сеточками, которые мне дарили. Акума, живые? Пушка, гонка. Честно, мне что-то не знаю, мне не особо не нравится. Тонер такой, приятненький. Хоть и видно в зеркала все. Ну как-то, знаете, резко, когда смотришь, или вот как-то глазами, в глазах рябит. Как-то прям давит сильно на глаза. Мне не особо нравится. О, смотрите, какой у меня пробег красивый. 3,99,8,5,8. Осталось, короче, 100. Сколько нам там, 40 километров, и будет ровно 400. Ай, красавчик, да? Я прям соскучился по нему. Стоит, прям шепчет. Фара, ребят. Спрашивали, как. Фары идеально. Фары топчик. Ничего с ними не случилось. Бронепленка спасла. Ну, все, в принципе, ребят, собрался. Можно ехать. Блин, ну, честно, не знаю, как-то с этими сетками. Честно признаюсь, они прям как-то в глазах рябят у меня. Вроде видно в зеркало все. Вроде как бы такая тонировка легенькая. Ну, прямо если смотреть, нормально. В это смотреть, в зеркало, в принципе, нормально. А вот я смотрю в свое водительское, но знаете, ну вот прям... Вот сразу что-то в глазах меняется, как-то вот прям сразу по глазам как-то бьет. Юрик повесил, мне их подарили. Я их всегда убирал. Юрец их вешает. Юрику нравится с ними ездить. Ой, Дав, как же я соскучился-то по тебе. Засиделся совсем я дома. Во, другое дело. И глазки радуются. И видно все четко. Скинул я. Право, в принципе, мне не мешает, а вот это вот прям сильно мне мешало. Сейчас приеду в карьер, я и тут сниму. Тут и так-то при солнышке особо ничего не видать в ней. Я представляю, ночью назад сдавать, там вообще, наверное, прицепа не видать будет. Привет, индус. Не спи, а то замерзнешь. Солнышко светит. Прекрасная такая погодка. Вот именно, ребята, здесь, в Московской области, сухой асфальт, чистая машина, еду, кайфую. Но когда мы ехали с Вованом на работу, мы ехали через Тульскую область, там снег лупил. Там на дороге такая каша была. И, блин, прям так не хочется в грязную дорогу ехать на чистой машине. Вот еду, улыбаюсь, она чистенькая, блестит, так кайфово. Ну, это ненадолго.
Ребята, тут, короче, должен вам показать. Тут, короче, мост разбит, это в сторону как Тулу ехать. В том году ту сторону ремонтировали, пробки были просто бесконечные весь сезон. В этом году собирается мост ремонтировать, уже знаки выставили, начинает потихонечку уже полосы желтые чертить. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот будет расширение дороги, пойдет три полосы, вот они. Уже видите, да, рабочие тут собираются. Ну вот просто обычно, видите, движуха. Эта полоса склоняется чуть вправо. А вот таких вот, за таких чайников, блядь, у тебя полоса полноценная, блядь. Понимаете? Вот за таких вот чайников будут аварии. Вот за таких чайников будут пробки бешеные причем. Нарисовали же полноценную полосу, вот она желтая, можно ехать с той и с этой стороны. Дело в том, что тут будет бешеные, ребята, пробки, и вам контент будет обеспечен на весь сезон. В пятницу будет в область пробки. В воскресенье будет пробки в обратном направлении, потому что с той стороны тоже все закрывают. Ну, уже закрыли. Тут у нас мостик держал, очень хорошо держал. И пробки собирались там уж, прям туда наверх. Там есть у нас кафешечка «Сова». И вот до туда все, ребята, это собиралось. Ой-ой-ой, сколько будет контента, сколько придется тут держать. За правду бороться. А вот мы и добрались, ребята, до карьера. Смотрите, какой тут самосвал стоит. А? Хорош, да, аппарат? Вольвочка. Готово, пошли за талоном. Все, мы, короче, встали под погрузку. Сейчас загрузимся с Вованом. Будем кофейку шлепнем и поедем дальше. Дверь открой. А что, тебе еще крепления нужны? А что мне, блядь, эти сетки? Ужин, ребят. Огурчик, помидорчик, хлебцы, свекла, кофе. Легкий ужин. Сейчас кофе попьем. И поедем. Надо перекусить. Красотка. Мага в гости заглянул. Мага, моргни дальним светом. Да, дядь Вова, наверное, наш. Неплохо. Хорошо светят. Как белый день. Ништяк, ништяк. С Вованом пока кофеек пили. Мага приехал грузиться в карьер. Ну, не успел. Карьер до 8 работает, ребят. Так что Мага не успел загрузиться, будет в карьере ночевать. Мага раньше ездил с красным прицепом, с таким же Велтоном. Продали они его. Женек продал. Ой, какие красивые фонари у него сзади. Продали прицеп и купили Грюнвальд такой вот. Кстати, на Грюнвальд прикольные вот эти фонари. Стрелочки. Прикольно так выглядят. Все, ребяточки. Кофе попили, поболтали. Поедем теперь потихонечку. Время у нас 9. 20 минут 10. Сейчас будет Москва свободная. И мы свободно по МКАДу сейчас. Спокойненько
душой, без пробочек доберемся. Подписчик Битум. Откуда? С Воронежа, да? Да, 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 Воронеж. Ну, подписчикам привет, что ли, передай. Передам. Ты снимаешь? Да, заснял, как ты обгонял. Бля, ну, блядь, братан Лёня у меня смотрит. Если попадет. Лёнчик, привет. Ну, и ты там передавай привет, кто меня знает. Спасибо, что смотрите, парни. Блядь, я только давно смотрю, как-то на Тонары хотел, блядь. Ну, видишь, на Битум попал, на опасников. Битум таскаете, да? Да, мы с капотни таскаем. А, и ты пустой идешь за Битумом, да? Да, да, да. А куда, в Воронеж таскаете? Едет, Толь, везде, и кораблики на Питер таскаем, и на юг таскаем, и вот я сейчас по Орла иду, этот, там сливался. Везде по фальшивым заводам таскаем, и по Москве. Короче, куда, блядь, выпадет, туда и возим. Я понял, принял. Ой, какая красота, ребят. Едешь по МКАДу чистенько, свободненько. Вот это мне нравится, время 20 минут 12-го. Шикарно едем. Никаких затруднений. Так и люблю я ездить по МКАДу. Вот это я понимаю МКАД. Вот барахло какое-то валяется. Во-во-во, кто что-то... Во! Вот это парад, ребят. Мини-дальнобой. Только у него что-то на прицепе одна ось сзади. Это дальнобойщики уже не те. Доброе утро, ребят. Мы, короче, приехали на разгрузку. Там наши парни заехали. Разгружаются. Я вышел. Все, надо раскрыться. О! Раз, два, три, четыре, пять. Здесь были дальнобойщики. Только дальнобойщики так умеют. Секунду, хуй его, блядь. Приезжаем на разгрузку. Едем грязь месить. Короче, ребят, разгрузится дафик, с песочком разгружается, потом будем мы разгружаться. Нам туда дальше ехать, за бензовоз, налево. Тебе, славян, не стыдно, а? Променял, блядь, немца, да? Да, конечно, конечно. Я же променял Мерседеса, да? Конечно. У меня тут, ребят, сюрприз. У меня сменщик борт запенил. Они на зерно собирались. Вот я не знаю, как он откроется. Смотрите, пена. Не открывается. Тормозни, Вован, кузов. Вот это Юрик мне. Вот она, пена. Они на зерно собирались ехать.
Умную фразу. Не знаешь умных фраз? Я дурак. Дурак? Кому из нас к врачу надо? Я сам с собой хотя бы не разговариваю. Я с подписчиками. А зачем ты запенили? А? Зачем ты запенили? Смотри, просто на это. Это сменщик у меня запенил. Что возил? А? Что возил? Хотел зерно ехать возить. Он думал, что он зерновоз. Оказался щебенковоз. Да, конечно. С вас еще деньги не хватает. Дружба, ёпта. А? Дружба. Крепкая я. Начинается, блядь. Вот так мы друзей теряем, да? Да. Мало такой, прикольный. Артист, артист. Малый на погрузчике. Веселый паренек. Короче, ребятки, разгрузился. Нормально выспалась. Я думал, борт не откроется. Вроде ничего, открылся. Юрец, короче, собирался на зерно ехать. Вроде как они на зерно должны были поехать. У меня там нет-нет, щель есть небольшая. И Юрец его, эту щель решил запенить. Ее. Вот, и он весь борт запенил. Я, короче, вчера загрузился, полез накрываться. О-о-о, думаю, будет весело разгружаться. Да нет, все сползло. Хорошо, в принципе. Не то, что сползло, то, что борт открылся вроде бы с помощью арматурки. А так-то, я думаю, борт приклеится, и я не смогу открыть его. Ну, все вроде хорошо. Так что сейчас выезжаем со стройки. Я вот здесь, ребят, в низинке возле плит чуть не прилип. Здесь прям мягко. И видите, середку бампером чиркали. Вот если двухлистовые дафы, ух, так сразу проваливаются здесь. Вот тут бампера бы поотрывали. О, буксует потихонечку. Я плитовозов пропустил. Вправо съехал. Что-то цокает, короче, разогнались. Цок, 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 цок. Я думал, камень залез. Но здесь, я думаю, не страшно, да, это заклеит. Здесь, да, более-менее. Там все равно, смотри, какая дырка. Смотри, как внутри порвало. Если сильно, то страшно. Если нет, то... Сверху там прям такая шляпа здоровая. Надо их. Блин, ребята, вот вам и недоброе утро. Вот вам и стройки. В таком говне, видите, можно все что угодно поймать. Короче, ребят, на МКАДе нашли шиномонтажку. Сейчас, короче, он снимет. Она прям шипеть начала, но она еще накачанная. Еще нормально почти. Сейчас будем клеить. Вот так вот стройки собирать, да, Вова? Да. От этого никто не застрахован. Вот так выглядит зимняя резина, ребят. А вот этот нарезка. Смотрите, как нарезает грамотно. Это когда протектор стирается, они его нарезают.
первый рейс, короче, ребят, как говорится, комом. Самое, что печально, у нас запасок нет на переднее, на рулевых. У меня нет запаски, и у Вана нет запаски. Это хорошо, что нашли шиномонтаж. Если бы она сейчас у меня спустила, это было бы печально, ребят, потому что запаски нету. Нет места, куда ее вешать. Не из-за того, что он просто у нас ее нет, а из-за того, что некуда вешать. Под прицепом просто одно место. И тут запаска только на прицеп висит. Она не подходит на руль. И по диску. Здесь диск, видите, как посередине, куда прикручивается, сделан. А здесь с вылетом. Будем. Но только я буду вытаскивать изнутри. Сядь и снять. 2 150 и балансировать 300. 2 150 2 450. Это вот с этой, с металлокордовой, как ты хочешь. Она нам будет работать. Это металлокорд, да? Да, это металлокорд. Вон РС. Это РС. Здесь три металлокорда. 2 450. Да. Балансировка. Да. Плоскогубцами. Блин. Ну тогда штучка на 2400 садилась от раз, собака сотовая. Шуруп, блядь, саморез, да, отвечать? Нет. А вот сюда залезла. Жалко, что она прям в бок. Нет, сюда. Так, а, вот это, она отсюда идет сюда. Да. Все, можно плоскогубцами выдернуть, чтобы не раздербанить. Аккуратно ее сюда подтянуть. Это кусок арматуры, по-моему, тоненькой. Это арматурина, да. У меня, знаешь, что было? Заехало колесо, торчала проволока. Думаю, ну я сейчас ее это воздодерну, не выдергивается. И все такие, да разбери ты. Она с той стороны, да? С той стороны, кувалды ебанешь. Да. А там арматурина зашла и по диску вот так вот. Там вовнутрь, да? Она на колесо накрутилась, я охренел. Длинная залезла. Я в итоге болгаркой ее внутри пилить. Это был пиздец. Да не. Не, я не хочу ее раздраконивать. Не. Нормально, да? Латочку поставим, она не будет сдуваться. Она тем более здесь. Закрылась колесо, сразу, да? Колесо новое, да. Не надо. Не будем дербанить, я тебе говорю, не надо. Все, понял. О, ребят, видите, Вован кофейку сообразил, пока мы тут клеим. Короче, вот такая маленькая штучка. Осадил. 2 450 он насчитал. Если буду, то 2,5. 2 450. Это, короче, от арматуры, маленькая арматура, ну, когда вот делают, вяжут с бетона, с какого-то, с плиты. Я, короче, сохраню его, как брелок будет. Что, нормально? Все качается, да? Конечно. Приехал такой, переверни мне 6 колес. Ленивец, передок и задний. На прицепе? Переверни, ну просто чтобы. Да. Я понял. Там девятка накачана, ага. там же все нормально. Ну я думаю, ну, откачу пока, вот сколько раз говорю, только на станке качать. Ну я думаю, ну если накачано было, я перевернул сюда, откатил. Пока качается, я другой буду пока собирать, чтобы это накачался, я бы сколько перекинул. Как уеб. Ну короче, вот. Последствия, да? Да, там еще стенки нет. Короче, ты представляешь? Взорвалось не сбоку, не по протектору, оно с диска слезло. А. Ты представляешь, с диска, у меня такое в первый раз. Ну, значит, просто... За 7 лет у меня вот реально... В том, что там было... просто бывает, вдоль диска отходит корд. Ну, резинка. Может быть, ну, короче, она слезла с диска, я прям охуел. А где эта дырка? А, вот она, снизу, да? Да, он у меня помечен. Ага. Ну, сейчас все прольем. Там, наверное, там девятка была. Колесико-то новенькое. Так не, все хорошо. Ну-ка, посмотри, что тут торчит.
шпион, что ли, какой-то. Ну сейчас давай, хочешь, давай сейчас и пройдемся. Ну и... пока накачает. 9,5. 9,5 накачал? Ну что, пока закручиваю. А, ну ты подспусти потом. Пока закручу, там сейчас как раз и девятка и будет. Да, девятка, я же говорю. Ровно девятка? Да. А, подожди, стой. Это надо обязательно, да. Все, 9. Интересно, это камушек или железка? Сейчас посмотрим. Так, вот это ключик. Вот это ключочек. Камень. Камень. Да, стеклянный какой-то. Хочешь, давай покрутим этих шпионов, подостаем. Все, брат. Не-не, ровно. Вам повезло. Сегодня по нулям. Да ладно? Да. И что, не надо балансировать? Не, ну мы отбалансировали, но груза вешать не надо. У нас просто, допустим, 100 грамм, если показал, 100 рублей. Надо. И тем более на руль, вообще шикарно. Конечно. У меня первый раз такое, чтобы при балансировке показало по нулям. Либо колесико идеально, либо аппарат неправильно работает. Ложись. Немного размером не соответствуешь. Ну жопа главное, чтобы поместилась. Ну как раз под жопу. И голова. $2,450. Да, 2,450. Гвоздик с утра делов наделал на 2,450. Ну что, Вовка, поехали в пробки стоять. МКАД прям замер. Мы ехали, вообще пробки не было, теперь стоит все. Хорошо стоит. Ага, девочки работают. Всякий негодяй мусор бросает, а потом девчульки убирают мусор за вами, за свиньями. По обочине летят, блядь, летят. Это если что, блядь, первая полоса, блядь. Вот КамАЗик, красавчик. Вот такая штучка стоит 2,450, ребята. Вот сюда мы его сейчас засунем. Привет. Нифига себе, бля, гвоздик за 2,5 тысячи купил. Это он не просто гвоздик, это походу серебряный гвоздик. Так что такие нельзя выкидывать, такими вещами разбрасываться. Он денег стоит. Вот им прям песня подходит, Джигана, про петушков. Петушки.